Пассажиры, пользующиеся межрегиональными линиями эконом-класса, бизнес-класса и городских линий, уже давно знакомы с тем, что курение в тамбурах поездов запрещено. Тем же, кто путешествует поездами международных линий, следующих по территории нашей республики, знакомство с нововведением еще предстоит. Обращаю внимание пассажиров, что с 27 июля 2019 года на белорусской железной дороге вводится запрет на курение, в том числе электронных сигарет, в поездах международных линий, курсирующих по территории Республики Беларусь. Данные нормы закреплены декретом президента Республики Беларусь. Хочется отметить, что страны-соседки уже давно ввели запрет на курение в поездах. Например, сегодня курящий пассажир, отправляющийся по делам или в гости из Бреста в Питер, может воспользоваться тамбуром только до момента пересечения границы с Россией и только там, где есть оборудованные пепельницы. На территории соседнего государства курение в поездах запрещено законом, неисполнение которого влечет неприятные последствия для нарушителей. Подобный запрет вступит в силу и в Беларуси с 27 июля текущего года. Согласно статье 17.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, курение и потребление табачных изделий в местах, где это в соответствии с законодательными актами запрещено, влечет за собой наложение штрафа в размере до 4 базовых величин. Так что о курении в поездах всех направлений с конца июля придется забыть и пользоваться только специально отведенными и оборудованными местами на станциях во время остановки состава. На Брестском вокзале такие точки сегодня есть. Они расположены с учетом интересов граждан, ведущих активный здоровый образ жизни, при этом не ущемляя в правах и тех, кто курит. Люди такие нововведения считают вполне обоснованными. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, так как... скажем, давно ведется борьба с курением, и люди это приветствуют, поддерживают, поэтому я лично тоже за здоровый образ жизни, поэтому я думаю, что это пойдет на пользу. Это очень правильное решение. Я ненавижу людей курящих, которые отравляют себя, окружающих, детей, подают плохой пример всем. Очень правильное решение. Только за это. Я считаю, что каждый сам понимает, что курить вредно, и, наверное, это хорошо. Я считаю, что ущемлять курящих тоже как-то не стоит. Ну, курим есть у нас такой. А вы как считаете? Я поддерживаю. Стоит запретить, потому что зачем тратить деньги на что тебя убивает?